Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Mitsubishi L200 2007 года выпуска. Объем двигателя 2,5 литра, турбодизель, 4D56. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. 20 килограмм. Четвертый цилиндр. 20 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.